10 августа в новом пресс-центре Министерства спорта Омской области студия МС, которая создана для освещения молодежных и спортивных событий региона, состоялся пресс-завтрак с первым заместителем министра спорта Иваном Колесником и основателем школы единоборств «Шторм» Александром Шлеменко. На нем была анонсирована программа третьего фестиваля здорового образа жизни «Штормфест», который пройдет 13 августа на Соборной площади. Мы проводим большое количество мероприятий, стараемся выбирать разные площадки. В этом году были задействованы и территория, и сам павильон спортивной школы «Красная звезда», «Омская крепость», разные более небольшие локации на улице Ленина, «Зеленый остров» и, конечно, наша центральная площадь, это Соборная площадь, которая тоже уже приняла несколько больших крупных спортивных событий. Это все позволяет развивать в людях любовь к физкультуре, развивать любовь к спорту, потому что у нас есть задачи, которые определены в том числе и национальными проектами по развитию массового спорта. В соцсетях очень много мне пишут, собираются приехать с различных регионов на наш «Штормфест». И также они пишут, что у них, к сожалению, в регионе такого нет. Да и вообще я хочу сказать, что это такой «Штормфест» получился такой тренд, опять же, нашего города, потому что семейный фестиваль здорового жизни, но реально я не могу сказать, где еще либо проводится, в каком-либо регионе. Порядка 30 локаций фестиваля будут поделены на три группы – здоровье, спорт и развлечения. Так что каждый участник события сможет найти активности по душе. Фишкой секции здоровья станет банная зона. В развлекательной части пройдет экстрим-шоу каскадеров, соревнования по BMX-фристайлу. В спортивной программе «Штормфеста» гости фестиваля смогут попробовать свои силы в разных видах спорта – легкой атлетике, футболе, виртуальном пляже, волейболе, а одним из главных событий станет гран-при по ММА среди любителей. В этот раз мы внесли такое, знаете, новшество, то есть у нас будет гран-при по ММА, и там можно будет сделать свой прогноз. И этот прогноз будет отмечен, то есть победитель, кто выиграет в этом прогнозе, тот получит 2 билета от нашего аэропорта на самолет бесплатно. Победитель любительского гран-при по традиции получит возможность выступить в поединках промоушена «Шлеменко Файтинг Чемпионшип». Начало фестиваля «Штормфест» 13 августа в 14:00 на Соборной площади.